не персонаж. Ну, похоже. Все заняты. Это, кстати, третий отряд. Вот. На сегодня разгрузочный день. У нас сегодня разгрузочный день. Скажи нам. Мы разгружаемся? Да. А, да. На чем играешь? На чем играешь? На каком музыкальном инструменте? Бимбао. Нравится? Да. Отлично. Вот, сегодня разгрузочный день, так как сегодня у нас прибавление в лагере. Приезжают родители с детьми, ну, те, которые на 3 дня. Опция у нас была потренироваться самим, потренироваться с детьми, ну, едем потренироваться без родителей. Ну, что тоже интересно и весело. Вот, поэтому, ребят, сегодня с утра только репетиция, бассейн, настольные игры и свободное время. Вот, чтобы чуть-чуть они подуспокоились перед приездом новой группы. И после обеда у нас большой квест по территории. Как я обещал в предыдущем влоге, будет станция, локация на горе, локация в лесу и остальные локации, которые вы видели уже в влоге. А, кстати, локации в лесу еще не было. Ну, я постараюсь все это дело показать. Вот, нас становится все больше и больше, а в воскресенье приезжает еще одна смена подростков, уже более старших. Это будет нулевой отряд. Самый старший отряд. Молодец. Скажи, когда ты научился играть на бимбао? Здесь, в лагере? Да. А до этого не играл на бимбао? Нет. Да ты талант. Умница. Дай 5. Ничего страшного. Бум. Молодец, Дань. Очень круто. Короче, у них была задача перенести палки для макулеле. Они зачем-то его перевязывают, на колесики поставили. Зал вот он, нам туда его надо. Зал вот, вот палки. Это третья модель уже, готовим третью модель. Первой попытки у нас не получилось. Нет, мы проехали достаточно много, мы проехали оттуда и до греческого зала. Испытание. Так это уже можно в руках донести просто вдвоем, вот смотрите, на зал. Нет, изобретения так не делаются, все гении с чего-то начинают. Вот это наше начало. Лучше попробовать, чем не попробовать. Лучше мы сейчас изобретем что-то новое, что потом нам поможет. Мы просто время тянем. Я так и понял. Ладно. Только что пришли из полосы препятствий. Как полоса препятствий? Вообще шикарно, очень классно. Хотел бы что-нибудь в полосу препятствий еще добавить, например? Ну, в принципе, можно подумать, это довольно сложно. Там все есть. Все есть? Да. Хорошо, а каких бы тренировок ты еще добавил в тренировочный процесс? Побольше акробатики. Побольше акробатики? Да. Я знаю, всем нравится акробатика. А что на костре будете делать? Пока не знаешь? Пока что нет. Ладно, иди беги, там вас ждет Денис. Увидишь, там интересно. Давай. Полоса привязки больше всего нравится. Слушай, круто. И, наверное, класс по акробатике больше всего нравится. Ну да, это весело. Весело. Я поискал белок на деревьях. Так. Мы собрали с Садели подорожник. Ага. Отдали Кириллу шишку. Так. Сейчас я посмотрел, как проходит полоса препятствий. Ага. Это секретная часть квеста. Мы про нее не всем рассказываем. Ну, как говорится, есть
в любой вещи понятный смысл, потом есть скрытый смысл и тайный смысл. Что-то они, по-моему, не устали, они на гору-то бегали? Устали только родители. А дети нормально? Дети отлично. Рафаэль, в твой лес. В мой лес. На самом деле, этот лес мне напоминает Киломбу дос Палмарес почему-то. Хотя он высоко в горах. Но там что-то тоже тихо. Так. Что будет сейчас, Кирюх? Будем петь. В лесу? Да. Ну, будем... типа для антуража, наверное, да? Что прям... Для антуража? Ну, тут акустика хорошая, на самом деле. А есть какая-нибудь песенка про лес? Я хотел песенку про лес, ну. Но в итоге песня будет про рабов. Про их тяжелую. Неожиданно. Chegou lá da África, foi separado de sua família, capita do mato na sua vigília, pra não escapar, pra não escapar. Короче, у меня есть челлендж для Кирилла. Он привез гантели. Он, короче, привез гантели. Сказал, что будет тренить. Сегодня будет пятый влог, значит, уже пятый день. Гантели все еще в номере. На день 20 я покажу, где будут гантели. Я уверен, что они будут здесь же. Вот здесь же. Ты ошибаешься. Это все включено в тренировочный план. То, что они лежат здесь. Они тебя мотивируют перед сном. Да, да. Вот, а еще у нас сегодня костер. Да, а еще у нас сегодня костер. Посмотрите сюда, посмотрите. Я говорю, Петя со своим, как называется, техническим образом мышления, посчитай, сколько нам нужно маршмеллоу на определенное количество детей. Ну вот он и посчитал. Короче, затестим сейчас на костре. Thank you.